Привет! Это наше маленькое путешествие в город с друзьями, и, наверное, оно почти свадебное. Да, за пару дней до этой поездки мы с Алексом расписались, и спасибо бюрократии, которая добавила драйва в наши обыденные дни. Если вкратце, мы отправились в Бакейру. Это находится в Испании, буквально 5-6 часов на машине, и вы можете наслаждаться прекрасным видом, катаясь на лыжах. И да, как я сказала ранее, мы были не одни. На снежные и не очень виды мы глядели вместе с Борха, Тей, Карлос, Элли и Карен. Мы забронировали домик, точнее, Карлос забронировал домик для нас. И посмотрите, какой вид. Бакейра-Берет – это горнолыжный курорт в сердечке Пиренеев и находится всего в 3 часах езды от Барселоны или в 7 от Мадрида. Были мы там 3 дня. Честно говоря, на второй день ноги сильно забиваются и катаешься через боль. Но это совсем не важно, когда вокруг тебя такая красота. На следующий день мы оперативно, почти, собрались и поехали в новую часть гор. В новом месте снега было еще меньше, и солнце растопило его до состояния льда в некоторых местах. Поэтому не будьте как я и берегите коленки. На коленке это наше все. Следующее утро нам нужно было уже уезжать и паковать чемоданы в аэропорт, так как наш долгий отпуск заканчивался и пора было лететь обратно в Австралию.